Организатором и предложил, с таким предложением пришел к нам Сережа Щусь. Фестиваль мы предложили провести и посвятить 50-летию Победы. А деньги, какие будут выручены на этом фестивале, перечислить в фонд строительства памятника павшим героям в Великой Отечественной войне по улице Днепропетровской. Важно то, что ребята, молодое наше поколение, помнят подвиги наших дедов и чтят память о них. Это очень важно. И деньги, вырученные от фестиваля, небольшие, 3 миллиона 200. Но сама память очень важна. Были участники, значит, с Димитрова, красноармейские группы, там, Black Rain, Одинокая река, приезжали из Днепропетровска группы, наш коллектив, нашего ДК, тоже выступили очень хорошо, бардов много было, молодежь ходит, им деваться некуда, к нам и так сюда сейчас приходят, и папа там приводит своих ребят, там, третий, четвертый класс, и они им интересно, приходят, слушают, дома занимаются, там. Группа, да, еще одна забыла, вот молодые выступали, группа «Ночь». Тоже такое что-то интересное, у них свой такой стиль. Но я думаю, у них что-то все впереди будет еще. Сложности, ну, сложности вообще с этим фестивалем, это эту аппаратуру собирали по крохам. И на Родинской нам давали, сами музыканты, и в Димитрово давали. И здесь свои, ну, все по крохам собирали. Смирно! Товарищ начальник ШСМУ, товарищ председатель профсоюзной организации, участники соревнований, посвященную Сергею Власову, участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выстроили. Уважаемые гости, разрешите поздравить вас с началом турнира, первого турнира в этом сезоне, посвященного памяти нашего рабочего, трагически погибшего, участника ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Пусть эти маленькие старты, которые сегодня вы участвуете, будут большим шагом вас в большом спорте. Считаем сегодняшний турнир открытым. Значит, у нас сегодня присутствуют гости. Это брат и сестра Сергея Власова. Значит, они сейчас вам вручат призы, те, которые вы заслужили. Значит, в результате проведенных соревнований первое место заняло США номер 11. От имени КШСУ управления вам
денежная премия 1,5 миллиона. Спасибо. Спасибо. Так и продолжайте держать. Ночь поэтому нам кажется темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, и сети выше там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветший шинель. Разрешите мне в эти предпраздничные дни, великие дни, искренне поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в этом прекрасном большом доме. Дай Бог вам здоровья, низкий вам поклон от всех нас, живущих сегодня. И дай Бог, чтобы вас никогда никто не забывал, и дай Бог, чтобы вы были счастливы. Крепкого вам всем здоровья, счастья, бодрости, хорошего весеннего настроения, долгих лет жизни под мирным небом. Городской совет ветеранов Денасова завода поздравляет вас. От коллектива отдела социальной защиты населения и от меня лично примите сердечные поздравления с 50-летним юбилеем Великой Победы. Низкий поклон вам, бывшим воинам, отстоявшим мир на земле. Низкий поклон вам, труженикам тыла, чей труд приближал миг победы. Гражданский долг каждого гражданина – отдать дань, отдать почести тем людям, которые отдали свое здоровье, положили жизнь. И в преддверии данного праздника мы от всей души поздравляем всех ветеранов, всех участников Великой Отечественной войны. У нас очень чисто, красиво, уютно, территория убрана. Ветеранов в данный момент у нас проживает в доме 71 человек. Живут они в двухместных комнатах, благоустроенных комнатах, телевизоры в комнатах у многих ветеранов, благоустроенные. Ухаживают за ними сотрудники на должном уровне, я считаю. Обстановка на территории, обслуживаемой нашим отделом, сложится сравнительно нормальная. Независимо от плохой такой экономической обстановки в стране, она во всех отделах, не только в нашем, значительно хуже, тяжелее бороться, больше преступного элемента, больше хищения. Вот. Ну, обстановка, конечно, сложная. Значит, чем она сложная? Это объясняется тем, что весь преступный элемент, который находится в городах, даже вот как ближайших Димитрово, Красноармеец, Донецк, Днепропетровск, связывается по автомагистралям, которые мы обслуживаем. Значит, все их связи, мафиозные структуры, экономические расхитители, все движутся по нашим дорогам. Несмотря на наш молодой коллектив, с каждым днем мы более опытнее становимся, сталкиваемся с такими преступниками, которые, как можно сказать, даже в них есть кое-чему поучиться. Ну и раскрываем преступления. То есть обстановку? Обстановку держим. Держите, контролируете. Контролируем. Также тяжело стало личному составу бороться с такими преступниками, которые, вот, например, перевозят. У нас было задержание 54 килограмма наркотических веществ, которые идут в сопровождении. Они идут, автомобиль,
прикрытии двух-трех, в которых находятся молодцы, вооруженные плодоавтоматического оружия и гранаты. Иногда приходится, конечно, и нашим работникам применять на поражение оружие. Значит, преступный элемент наращивает свои темпы, и оружие, наркотические вещества проходят на сегодняшний день в объезд этих постов. Для этого необходимо нам разработать совместно уголовный розыск, ОДМ, определенные мероприятия и выставить дополнительные посты и подвижные группы на объездные дороги. Очень нравится. Значит, я являюсь подписчиком и, конечно, очень отношусь к этой газете. От имени исполнительного комитета Красноярского городского совета народных депутатов поздравляю сотрудников газеты «Маяк» с 75-летним юбилеем. 75 лет жизни каждого человека – это знаменательная дата. 75 лет каждый из нас, кто проживет, безусловно, и кто прожил, подводит итоги своей жизни и намечает еще на оставшуюся бесконечную жизнь, что надо сделать. Большое спасибо вам. Спасибо. Руководители многих предприятий приехали на этот праздник, чтобы поздравить сотрудников газеты «Маяк» с 75-летним юбилеем. Звучали слова поздравлений и от коллег с других городов и редакций. Телекомпания «Орбита» присоединяется к этим поздравлениям. Пусть вам хорошо живется и пишется, дорогие наши коллеги.